Своим воспитанникам Алексей Цицарев, тренер спортивного клуба «Беркут», прививает любовь не только к спорту, но и прежде всего к семье. Именно поэтому воспитанники Алексея к предстоящему Дню матери решили провести показательное выступление. Сегодня мы поздравим наших мам с праздником и также покажем им показательное выступление наших спортсменов. Мама, конечно, первое слово, но оно может стать последним, когда имеешь дело вот с такими детьми. Мам таких детей лучше не обижать. 15-летняя Ксения дзюдо занимается уже 8 лет. 3 года назад получила оранжевый пояс и говорит, что бросать не собирается. Спорт для меня – это сила, это здоровье. Одним словом, это спорт для меня – жизнь. Маме Ксении очень приятно принимать поздравления в привычной для дочери обстановке, ведь здесь она проводит большую часть своего времени. Я очень горжусь своей дочерью, рада, что она ведет такой образ жизни. Хочу и дальше, чтобы она шла по этому пути, и я ее буду в этом полностью поддерживать. Тренировки, соревнования отнимают львиную долю свободного времени, поэтому свои успехи приходится показывать вот на таких мероприятиях. Обычно мама на мои соревнования не ездит, но благодаря этому празднику мы показали все, на что способны. Зара Чиделян, Антон Сердюков, «Вести детально».